Димас. Давай камеру разбей, что должен быть. После боя машину закрывай. Так машина не понадобится. Народу, народу, народу. Первый давай! Ох, Ватура, нихуя себе! Здорово! О, здорово, братан! Слушай, нихуя! Не ждали, да, нихуя? Пиздос! А ты как? Сам в шоке, короче. Ты как, приехал-то, нахуй? Ты что, гонишь, а что? Ну ты же сидел там, тебе деньги не накидали, нихуя. Ну, в наше время последний момент, как? В наше время есть такие сервисы, как, например, Е-капуста. Ребята, займ денег моментально, быстро, только по паспорту. 10 тысяч занял на срок от 7 до 21 дня. Все легко. Побыли кубак, деньги, это я сразу же взял билеты себе, представляешь? В смысле, ты типа, это банк или что это? Да это не банк, это просто компания, которая дает тебе деньги взаймы на срок от 7 до 21 дня. Все легко. Сразу потом зашел на тату и купил себе. С помощью них прилетел на бой. Ну конечно, ну а как по-другому? Ты ради меня взял денег у Е-капусты. Ёбаная жижа. Да, боёбаная. Ладно, короче, что поделать. Ребят, ну и кому интересно, когда тоже, возможно, понадобятся деньги, а их не будет, и можно взять также на Е-капусте, ребят. Ссылочка на их сайт в описании. Пробуйте, кому интересно. В общем, вот. Что, ребят, всем привет. Нахожусь я в Абакане, в аэропорту. Да. Лечу на бой в поддержку Гришки. А бой с «Хочу пожрать» у него, то есть полное ТВ против «Хочу пожрать» будет в городе Иваново. Сейчас такой путь у меня. Москва. Наверное, где-то в обед будем уезжать в Иваново. Смотрите, не переключайтесь. Короче, ребята, пизда, прилетел, да, Шереметьево, нахуй. Взял билет себе, купил на Аэроэкспресс и вышел, блядь, где выходить. Точнее, вышел, где входа, нахуй, нету, блядь. И сейчас иду ищу, короче, как мне добраться до оттуда, где, блядь, мне уехать, нахуй, ебано в рот, пизда, короче. А на улице, блин, в Москве холоднее, чем у нас в Абакане, но как-то примерно так. Блядь, ладно, хули, будем искать, ёптить. Здесь пиздец движуха. Все, блядь, сигналят, все, блядь, матерятся, нахуй. Вот он тут, долгожданный момент, этот уже убежал, боксер там наш. Борец, блядь, или как его там, убежал, боится. Говорит, не снимай меня до боя, а то вдруг сглазишь. Ну, в общем, да, настал тот день. Роман, ты что там бутылками шрудишь, а? Забыл что-то? Понял. Все, выдвигаемся в Иваново, ребят. Давай, как твое вообще ничего? Убери камеру, сука, хайпажор ебаный. Хайпажор ебаный. Давай. Оп. Остановите это, он, по-моему, пиццу хочешь? Бля, я бы сейчас что-нибудь схавал, так что маленько. Ну да, ребят, вот мы добрались до места, где нас уже будет забирать машинка в Блакар, да? А где он едет уже? Смотрите, смотрите. Хайпажор, нахуй, хайпажор, ебано все. Ребята, да. Вот смотрите, в Москве просто едем в Иваново по дороге, давай, да? Давай я поснимаю. Поснимаю чуток маленько. Вот такие пробки, это жесть. Просто. Пробки, короче, трындец вообще. Вообще. Суббота, ребят, суббота. Время 8 часов утра, смотрите. 8 утра, суббота. Только нахуй в Москве такое может быть. Подмосковье. Ну что, ребят, что греха? Где мы нахуй? Проспект Строителей. Короче, ребят, приехали мы в Иваново, добрались. Вот сейчас вызываем такси, едем уже непременно в то место, где все будет происходить. То есть этот бой. Там уже Димас, Гашек собрались, в общем. В общем, летим, ребят. Вот такая вот движуха в Иваново, смотрите. Ну как-то так. Здорово, пацаны. Как, доехали? Бля, заебались, пиздос. Ребята тоже снимают, ребята снимают. Боец ММА. Первые фотосессии пошли. Гриша, трезу, бать. Гришка, трезу. Да, Гриш, ну что, ты курить собрался все-таки? Да. А то больше возможностей у тебя не будет покурить. Да, знаешь? Да. Ну давай. Гашек идет. Та-да-да-да. Та-да-да-да. Та-да-да-да-да. Та-да-да-да. Здорово, Димас. Слава. Приятно.
Пиздец, замерзли прям вообще. Огонь. Ну, ты тоже самое, да? Давай камеру не разбей, ты еще должен быть. Все, раздевайся. Где надо переодеться? Здесь раздевайся. Ну что, Гришань? Все, ты здесь уже добрался. Че, давай, перед... чисто, моя, чисто перед боем, давай. Это моя. Давай, чисто перед боем, как ощущения у тебя? Перед боем, да нормально, ребят. А после боя? После боя машину закрывали. Так машина не понадобится тебе? Да нормально. Может, гробовозка уже нужна, нет? Я про нее говорю. Ладно, давай, удачи тебе. Ты, Ромас, как думаешь? Как, кто победит? Да, блин, я тут, знаешь, это... Но больше шансов, конечно, судя по весовой, у Гриши. Если Гриша схватит, то это уже рукопашно не поможет. Вот. Ну а хотя никто ж не знает, как повернется бой. Может там серый мастер спорта под это, по тэквондо какой-то. Не знаю, как сложится бой, так сложится. Фортуна рассудит. Так что вот так что, ребят. Сейчас еще подойду к Димасу, к Гашику подойду. У них спрошу, что как вообще. Уже видно. До боя осталось буквально, наверное, полчаса. Скоро начнется народ. Народ собрался, ребят. Сейчас покажу, сколько народу. Вот второй этаж весь. Люди стоят. Там люди. Здесь люди. Везде. Ну что, Гришань? Как чувствуешь себя вообще? Что? Поздоровайся с людьми. Привет всем, ребята. Сколько человек смотрит? Да я только запустил. Сторис, да? Где, не сторис, это эфир, ты можешь в Инстаграм. Всем привет, ребята. Все будет хорошо. А ты эти бинты брал или как они называются? Ну, зачем? Ну, Димас намотал. Все будет, зарубить, ребят. Все будет хорошо. Сейчас вопрос с капой решим. Вот, возможно, будет... Смотри, выкидываем капу, потом сейчас встаем. Я это делал. Потом смотри, что делал. Прямо через борт я начнет сводить. Да, скулы. Сейчас воду спихнем горячую, запихиваешь, сдавливаешь. Пальцем, сначала пальцем. Максимально, да. Развел, когда ударишь, ну нет. Скулы должны прямо спустить. Сейчас ложку не достану. Капы, которые переварить еще как-то возможно, а есть, которые не смысл. Я в охоте не смысл. Ну, хоть как-то. Самый дешевый. Так что вот так, ребята, вот такие дела. Ждем, подготовка идет. Сейчас Гришка будет капу делать себе, представляете? Сейчас на кипятке лежит. Сейчас под свою челюсть будет подгонять его. Давай, остывает капа? Угу. Правильно сваренная капа должна оставаться на верхней челюсти, не спадая. Остыло? Угу. Держи. Скоро сводится? Я сейчас сжал своей челюстью, у меня скула сводится. Ты должен сжать до того, чтобы это слегло. Сводит, да? Пошли. Ну все, давай, открывай. Все нормально. Все, снимай и попробуй еще раз один. Как снять? Встала, да? Сейчас, погоди, зубами не сними ее, Гриша. Ты сейчас зубами три последних зуба в капе останутся.
Капа очень важна для того, чтобы не получить сотрясение, не получить травму челюсти, не получить травму зубов. Если капа плохо сварена, у тебя может произойти, что ты можешь только усилить момент получения сотрясения мозга, легкого, синего и так далее. Переломы челюсти и переломы зубов. Как ты была капа, ты мог спокойно сломать себе зубы и челюсть. Ну сними, попробуй, что ты. Ну я хочу снимать. А в смысле, что ты ходить будешь до боя? Ну скоро вот. Ну все равно, да снимай, что ты. Ну-ка давай пару приемчиков, давай. Пару приемчиков и все, я пошел. Все, в принципе, готовы, можем начинать. Снял. Готово, да? Да, можно начинать. Ну давай, все, давай, короче, удачи тебе. Ни пуха, ни пера. На тебя сестра. Ну прижми ее. Прижми ее, ёпта. Нормально выглядишь, Гриш? Не туго? Нормально? Когда туго скажешь? Андрюх, ну не могу сейчас говорить. Туго, да? Так, что нормально? Ну что, подготовка идет, что происходит? Ты на стриме не видишь? Тише, не шевели голову. Нормально? Да, да, да. Если туго, либо слабо говори, понял? Туго? Нормально. Там будет ссылка на стрим. И стрим будет транслировать все живьем. И когда бьет, старайся подпускать. Но не на эмоции не ходить, старайся подпустить его ближе. Чтобы зацепить нас. На парк, выходи на парк, это порядок. Хоть как можно. С локтей нельзя работать. Кулаки, прямые удары в зачет. Все, пизда, народ полный зал. Врач из присутствующих. Я слышу. Сам себя не унесешь. Есть врач? Я, говорит, фельдшер. Медбрат, медсестра, неважно, ладно, кто-нибудь есть? Есть человек, который сможет позвоним. Оказать первую помощь. В случае, если кому-то из участников станет плохо. Замечательно. Номер скорой у кого-нибудь есть? Очень нужен. Будет. Никакого, конечно. Но нужно наготове, парни. Да, да. Скоро, в случае чего, сразу вызываем. Все, пожалуйста, носки сейчас снимем. Все, вы готовы? Погоди. Включу, не включу, блядь. Пацаны, только вот сюда не лезьте, пожалуйста, вообще, чтобы было все видно. Посмотри, давай. Слышь, вот здесь вот, если люди стоят, видно? Давай поставим кого-нибудь. Давайте, пацаны, чуток маленько подальше еще, чтобы видно было все. И давай вот так нормально. Постой тут посидеть, чуток. Посидишь. Ромас! А, Ромас! Посиди там, но чтобы видно было все. Чуток маленько. Понятно? Глаза
8000. Удар в пад запрещены. Ясно? Подвивание внизу ногами не бьем, только руками. Ясно? Внизу люди, готовы? Так. Руки пожарили. Сначала не подвигайся, сначала двигайся. Смотрим. Первый давай! Да! Я с собой не ругался. Просто прицепился за это, собственно, и все. У меня есть предложение после боя день встретиться еще. Ну, посидеть, чаю попить. Ну, да мне без проблем. Без проблем. А здесь же кафешка есть. Есть, да. Поздравляю. Ребят, не расходитесь, подписчики, ребят. Поздравляю.
Давайте этот, все-таки у нас как бы и встреча с подписчиками. Но я не виноват, ребят, что так быстро произошло. Не, я вот, не давайте. Знал, что он будет так быстро бегать, прыгать. Вот, кстати, дай, пожалуйста, флаг. Посмотрите, подписчики там что сделали. От души. Молодцы. Гриша, до свидули. Все, ребят, давай. Красотули, ребятули! Почитули! Хочу пожрать на руле! Все. Давайте это, ребят. Троекратное! Ура! 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 Я тоже, если честно, не ожидал, что так быстро. Я как бы растерялся. Че, куда попал? Че? Под глаз? Он быстро бегал, я не ожидал. Я думал, он не будет так быстро. Не, молодец, что ты молодец, что приехал хотя бы. Так что, ребят, еще подписывайтесь на канал. Не, ну я нахуй, не стоит это делать. Главное, я шучу, я делаю ваше. Че там, что такое? Танцевать сейчас буду. Да, ты че? Давай. Да, ну музыку хочешь? А, это монтажом наложен. Да. Так что просто ничего не надо там говорить, ничего, и нейтралитет держим, то есть есть и есть, то есть у тебя свой блок, у нас свой, все. Все, ребят, после боя, бой окончен, и зашли чайка попить, там поговорить, пообщаться, покушать. Ну кто, чайка, кто попил? Я пивка лично заказал сейчас, бахнул на 5 пивасиков, все, вот все пацаны сидят. И масса слова. Как бы вот. Игорь Шаня здесь сидит. Так что вот так что, ребят. Все. Бой века состоялся. Бой века состоялся. Да уже 55 раз это говорил. К нему каждый подходил и говорил, типа, что ты думаешь? Поэтому я не стал подходить и спрашивать. Сера, ты готовился сейчас сказать? На тренировку. Вот ваш на видео видал все. Да? Я тоже только не знаю. Ну как ты, да. Вот это мы, ты там. Я потренировался вот даже. Ну, за кадром там, конечно, ну так нормально все. И потом на утро встал, я хуел и понял, что лучше не ходить больше. Конечно, перед боем. Ну ты согласись, если бы Гриша схватил тебя, и ты на расстоянии Гришу держал, понимал. Ну, да, он что? Просто, я бы тоже стоял, дистанцию держал бы, если бы он хотя бы на меня пошел. Он просто зажался в углу. Я уже понял, надо добивать, короче. И я, короче, Грише вообще сказал, я говорю, ты держи на расстоянии, а вернее, говорю, ты максимально подпускай к себе. Говорю, а если бы он, я тебе говорю, он бы помахал руками, ну раз 10 он помахал бы, все, он выдохся. Задохнулся бы, да. И Гришин вариант был только один, если бы он в партер упал, вот это вот, ну, он весом бы... А его, я смотрю, его поймать хуй было. Да, он не поймал бы меня. Быстрее тебя раза в три, конечно. Я не ожидал вот такой... Ну, а что ты с такой массой хотел, чтобы у тебя, бля, удары были, там, как у Брюс Ли, там, бля, чтобы... Я думаю, я этот, ну, я так и знал. У вас разная весовая, почему скорость нельзя весовой стать? Скорость, я не думал. Скорость есть у меня, конечно, что-то. Кто-то, если, ребят, захочет там выйти с ним, ну... Надо подумать. Да нет, ну есть такие люди, которые, блядь, я же не говорю, он там Илюха, он у меня друг, блядь, детства, который со мной ребята были, блядь, здоровый. Вот этот здоровый, который пробивал там, блядь. Вот, он. Ну что с ним не выходить? Он мне по башке даст и оторвет мне голову, блядь, одним ударом. Ну да. С такими-то. Ну он подготовлен, он занимается. Он занимает кикбоксером. Ну ему удар, потому что пиздец. Они на турниры ездят. Это вот все ребята занимаются, они не пьют, не курят. А ты что, время, что ли? Нет, я ничего не заказываю. Потому что я его заказал. Ребят, пивасик, мяско, картошечку. На диете. Добра, счастья. Давай, Роман.
Спасибо, ну, Вадик, давайте, пацаны. За встречу, за знакомство. Давай. Привет. Давай, Гаша. Давайте, давай, пацаны, давайте, мам. Я давай, Гриша, трезу. Смотрел, ваш канал начал. Ваш канал начал, знаешь, смотреть, Гаша, когда? Когда вы жуля кебаб дома делали. Так что вот так что. И на самом деле, ребят, Гашек вообще не такой, как на видео, он меньше гораздо. Его камера полнит. Возможно, его сейчас вы. Нет, стой. Просто смотрите, видите, насколько я его выше, ребят. Вот, видели? Да. Вот такая вот тема. Дыр-дыр-дыр. Конечно. Все, давай, Димас. Приятно было познакомиться. Давай, счастливо. Всем форева. Всем пока, всем. Давай, Андрюк. Счастливо. Давай. Счастливо. Пока. Вот, все, все, ну, все, пусть стрим посмотрим. Все, у нас, давай. Еще раз говорю, у нас с ним мир. Да все нормально. Все, пожалуйста. Сам, что, я сегодня по скайпу выйду. Люди ходят.